Едет как-то новый русский, смотрит, красивая девушка стоит у обочины дороги. К ней подъезжает, говорит: девушка, поехали прокатимся. Она говорит: отдыхай, я здесь кое-кого жду, проезжай мимо. Ей куда хотел. Ну, девушка, поехали прокатимся, я тебе 100 баксов дам. Да я же тебе сказала, едь своей дорогой. Ну, девушка, ну поехали прокатимся, я тебе 200 баксов дам. Я тебе сказал ехать своей дорогой, куда ехал. Девушка, я тебе 500 баксов дам. Ну ты мне, говорит, надоел. Берет, звонит: алло, папа, тут, короче, до меня один новый русский докопался. Приедет, разберись, говорит, с ним. Теперь тут Геленваген подъезжает, Мерс последний и еще один Геленваген. С Мерса папа выходит, говорит: кто вот этот? Дочка: да, вот этот. И тут он в рацию говорит: алло, Леня, вот этого нового русского отвези в горы и выеби его в жопу. Тут Леня такой рамы выходит из гелика, короче, этого нового русского поймал, сзади там приковал его наручниками на заднем сиденье и везет его в горы. Новый русский говорит: Леня, отпусти меня, эти 100 баксов дам. Нет, шеф сказал отвезти тебя и в жопу выебать. Слово шефа — это для меня закон. Лень, ну я тебе 200 баксов дам, отпусти меня. Нет. Леня, я тебе 500 баксов дам, отпусти меня. Нет, я сказал. И в этот момент опять по рации шеф говорит: Леня, заедь по этому адресу, там будут два хмыря, возьми их, отвези их тоже в горы, только убей их. Понятно? Все понятно. Заехал он по тому адресу, вывел тех двоих, тоже приковал их сзади, на заднем сиденье их наручниками и везет в горы все вместе. Ну, тут поворачивается тем мужикам и говорит: ну, мужики, я вас убивать сейчас буду. Новый русский такой: Леня, ты не забыл, меня же только в жопу выебать.